Всем доброе утро, добрый день. Сегодня у нас морозное утро, но не настолько. У нас минус 26. Алена в школе, Варвара дома, у нее сегодня дистант. Так, я все дела свои сделала. Варюшка включает нам елку для настроения. А еще у нас каждое утро стало падать вот эта хрень, сейчас покажу. Короче, все вот эти закрепки новые. А одна была старенькая, и вот она постоянно падает. Это сейчас в розетку, а так она просто посередине двери висит. Я вчера поменяла на ней скотч, но, видимо, это не помогло. Надо как-то ее прикрепить, чтобы она не падала. Но пока еще, ой, не придумала как. Вот она, Варварка, гуляет, зовет меня играть в мемо. Я сейчас буду пока завтракать, она разложит одно. Мы в одно поиграем, потому что потом дела надо делать. Еще нужно окна протирать, смотрите. Хоть выжимай. Просто... Да что выжимай, она вон бежит, еще и примерзла. Мой утренний вайп. Вообще. Не знаю, что с окнами, но вот так. Говорят, что нарушена вентиляция. Еще бы мне кто-то нашел бы ключик. Было бы чудесно. Я не могу вот это вот открыть. Я хотела посмотреть, увидела в ТикТок, как настроены окна зима-лето. Не знаю, является ли это правда или нет. Но тут я не могу посмотреть, потому что они закрыты. И ключ кто-то посеял. Зачем кто-то его брал, непонятно. Я да. Комара хотела выпустить. Комара она выпустила, видимо, и ключи ему отдала. Лети. Кстати, видимо, реально. В окно выпустила. Потому что я убиралась вместе с ней. И не нашла ключи. Все, иди зубы чисти и полощи горло. Что-то кыхать стало. И разбила полоскалку для горла, пускай получится. Так, а я займусь окнами. Еще у них надо протереть на окошечке. Решающий момент. Ну, смотрите, какая башня красивая. И Варвара сейчас вытягивает. Я думаю, что это последний ход, поэтому решила поснимать. Давай. Так, подожди, мне надо сейчас разобраться, где... Может, это прям попробовать просто? Попробуй, она единственная, которую можно из низа вытащить. Нет. Но я ее не стала тащить. Она не будет, она упадет, перекос же будет. Поздравляю, ты выиграла, надо что-то попробовать. Говорит, ты выиграла. Если она сейчас вытащит, то все, она выиграла, потому что там нет чего вытаскивать. Верхний вообще не тащится. Ты что, вытащила? Как ты смогла? Капец, это мне сейчас надо вытаскивать. Короче, и ты не задевай за стол, она рухнет. В итоге проиграла я. На первый раз проиграла я. Да, так что вот такие вот делишки. Вот такие пироги. Я ее вытащила, но положить я уже не смогла. Она начала падать и баланс уже не ловила. Но интересно, вот это была первая, быстро упала, а вот это очень долго мы вытаскивали. Прям. Да, и там, блин, еще такая же конструкция была, да. По одной на каждой. Только там сверху было одинаково, и, короче, из-за этого она упала. Все, надо ее собирать. У нас Ника с ума сошла. Короче, у нее началась течка, и я ей надела трусы. И она бегает, жопу свою прячет везде. Под... Ой, дверка закрылась. Под шторки. Я не знаю, что с ней случилось, но вот у нее сегодня такая приколюха, и вчера такая была. Девчонки еще говорили, ни хрена у нас дверь замерзла. Ну реально. Прям замерзла. А мы удивляемся, что у нас холодно. Смотрите, как у нас красиво. Это балконная дверь. Тут сегодня ничего не лежало. И вот так вот намерзла. АСМР. Просто пипец. А что так сильно-то? О, кипка.
Посмотри, что так сильно? Посмотри. Что так сильно? Девочка в трусах будет теперь сверкать. Так, Варварка у нас ушла. Не защемила тебе шкуру прилизни. Надо голову помыть. Ты же умыла вчера. Не умыла. Нет, в субботу. Прилизни. Короче, Варвара у нас ушла на школу искусств. Они поели спагетти с котлеткой, а я собираюсь есть. Не хочу еще какую-то рыбку. Ты на вечер, главное, вам оставь, а то будете рыбу есть. Тур 4. Я пошла, в общем, на улицу. Там вроде тепло, 23 градуса. Но там такой холодный ветерок. Угу. Такой холодный ветерок, что пипец. А в общем, я пока ходила, занималась и забыла. Ну, короче, я там встретила человека, пока мы поболтали. Я забыла, зачем мне нужно было в магазин, и я не сходила. Ой, в общем, ну это не первая необходимость, но очень нужна была. Короче, вообще. А у меня еще я прошла то ли из-за шапки, то ли из-за погоды, что вот такие не знаю, из-за чего у меня резко заболела голова, прям вообще такая боль. Я вот сейчас хотела выпить кофе, но почему-то налила зеленый чай. Так что ладно, допить зеленый чай. Какао, ты же выпила. Что вот поем рыбки и попью чаечку. Что вообще резкие головные боли. Смотрите, какая красота у меня вылезла. Намазала пастой. Не знаю, чем мажут в этом случае. Я обычно пастой. У меня обычно просто тынет на губах. Но сегодня такая классная штучка соскочила. Болючая такая, просто пипец. Я не знаю. То ли завтра будет вот такая губа, то ли что будет. Ну, в общем, второй раз уже намазала. Просто обычной мятной пастой она так щипит. Пошла кухню убирать. У меня Варвара сегодня весь вечер, мы с ней делаем домашку. Мы же днем не хотели делать. А у нас получается классная, плюс домашняя. И получается там целая гора, особенно по-русскому. Там же 4 упражнения. Она 2 листа исписала. Сейчас сидит, переписывает. Ой. Говорила, я еще в 12, когда начни уроки потихонечку делать. Ай, как там делать? Я быстренько сделаю. В итоге сидит у нас еще математику, она сделала, остался еще окружающий. Варвара у нас наконец-то подготовилась ко сну. Мы ее сейчас... Садись на пол. Присаживаемся на пол. Алена. Ника в трусах. Ты смотри, не заморайся. Да. Ника в трусах, она что-то так себе как-то... Ну зачем мы пока... Подгузник. Да, она как-то себе странно ведет очень до сих пор. Так что все, будем с вами прощаться. Обязательно так делать? Да. Сделай так же. Нет. Сделай. Хватит. Сделай так же. Это кошмар. Покажи. Ну все. Всем спокойной ночи. Покажи, я ее тут мучаю. А ее не видно. Там ничего нет. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.